Немецкий Бундестаг рассмотрит предложение о введении общей обязательной вакцинации. При одобрении она может вступить в силу с февраля будущего года. Теперь, напомним, жители ФРГ, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут посещать лишь аптеки и супермаркеты. Действующее правительство ФРГ ввело запрет на праздничные фейерверки в канун Нового года. В связи с этим в текущем году продажа петард и фейерверков вновь запрещена. Согласно решению, также вводится запрет на запуск фейерверков в многолюдных общественных местах. Пострадавшим компаниям полагается соответствующая компенсация в рамках запланированной экономической помощи. К другим новостям. В ежегодный топ-57 для эмигрантов вошли 6 городов Германии. Самым привлекательным для приезжих уже не в первый раз стал Ахен. Далее идут Франкфурт на Майне, Мюнхен, Берлин, Гамбург и Дюссельдорф. В число худших городов, по мнению эмигрантов, в этом году вошли Рим, Милан и Париж. Самые непопулярные детские имена в Германии, по данным социологов, Винсент, Кевин, Грета, Ко и Алекса. Еще совсем недавно многих немецких девочек при рождении называли Алекса. Но все сильно изменилось с тех пор, как Amazon так назвал своего голосового помощника.